Так, всем здравствуйте. Сегодня у нас четверг, 2 часа дня, и мы с вами в прямом эфире. Чуть-чуть тут немножко с интернетом вроде бы все заработало, все нормально. Так, я вижу, что нас даже уже кто-то смотрит и слушает. Итак, всем здравствуйте, девчата. Сегодня у нас четверг. С вами на связи город Ростов-на-Дону. Мы обычно встречаемся с вами по четвергам и делаем незамысловатые дизайны. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Виолетта. Здравствуйте, Александра. Да, ну сейчас лето. Я думаю, что сейчас такое время, что, наверное, сейчас все загорают где-то, лежат и получают солнечные ванны рядом с водоемами, морями, океанами, да, речками. Что хочу сказать. У нас в Ростове-на-Дону в этом году аномальная жара, невозможно просто практически даже на улице, ну, просто быть, скажем так. Надо, конечно, куда-то стремиться к воде, чтобы можно было в прохладной водичке окунуться. Хотя, вы знаете, такое сомнительное сейчас в Ростове. Мне кажется, что даже все наши водоемы, которые здесь есть, речка Дон и все бассейны ближайшие и так далее, мне кажется, везде вода закипает, потому что температура выдержится выше 40 градусов. И ничего не меняется, и когда ты смотришь прогноз, а там все хуже и хуже, жарче и жарче. Но, тем не менее, лето продолжается, что делать, жизнь идет. Вот, спасаемся кондиционерами, у нас тут, у нас во Владивостоке идет дождь, Виолетта, боже. У нас дождя практически мы не видели уже месяца два. Да, уже месяца два мы точно не видели, и не обещают. И, в принципе, не обещают, как-то вот не завезут нам в этом, видимо, году. Ну, наверное, тогда осенью мы тут зальемся, конечно, по уши, но пока все очень печально. Нет, лето это прекрасно. Лето это, конечно, прекрасно все, а, значит, но жара, конечно, невыносимая. Ну, тем не менее, мы ждем лето же, правильно? Так, все, хватит. Это, знаете, так прям о наболевшем называется. Да, ну что, мы с вами делаем сейчас дизайны. Делаем дизайны, которые у нас, ну, делаются очень просто, очень легко. И я вот уже так вот выложила их. У нас там такая вечерняя тема, блеск, шик, красота. Короче, как бы такое что-нибудь гламурненькое, что-нибудь такое вечерненькое и так далее. Но обычно, как бы вот у меня почему-то ассоциируются вечерние дизайны с выходом в свет вечер, именно вот почему-то с темными цветами. Как-то я люблю черный, там, допустим, темно-синий, темно-зеленый. А вот светлые цвета, которые я взяла сегодня, как бы для дизайнов, мне понравилось, в принципе, и так прямо торкнуло хорошо. И с блесточками можно сделать, да, и просто с фольгушечкой сделать. Я предлагаю вот что-то такое сейчас сотворить, значит. Какие мы с вами гель-лаки сегодня возьмем в работу, чтобы сделать наши незамысловатые дизайны? Ну, во-первых, я хочу вспомнить о том, что те, кто работают с материалами Эми, значит, ну, вы должны помнить и знать, что как бы была классическая же коллекция, да, это мы все время почему-то в своих прямых эфирах больше как бы про новые гель-лаки, которые вышли недавно, пытаемся рассказать. Вот, но ведь средний в нижнем ряду. Сейчас сделаем. Я ухватила, после дождика Виолетта пишет, как сделан вариант. Сейчас я сначала расскажу, какие гель-лаки я взяла в работу. Значит, гель-лаки какие взяла? Значит, 0.11. Видите, это из самой первой коллекции мармелад. Это что-то такое, клубничный мармелад, да, по-моему? Номер 11 из классической, самых первых гель-лаков. Я думаю, что тоже у многих есть. И если посмотреть просто на цвет, это такой получается. Видите, такой красивый-красивый, такой светло-светло-клубничный даже какой-то цвет, я бы сказала. Ну и тем не менее, это номер 11. Так, теперь номер 94, это тоже коллекция, так, коралловый кварц, 94, тоже один из первых гель-лаков, видите, они еще у нас входят в первую сотню, 11 номер, 94 номер, они на самом деле до сих пор как бы продаются в магазине, и очень-очень в свое время был популярный гель-лачок, самый, один из первых, это 003, розовый крем, да, пинг, розовый, крем-крем, понятно. Итак, получается у нас... Так, немножко надо чуть-чуть приподнять камеру. Сейчас, секундочку. Так, получается, видите, вот это и самые классические цвета, самая первая коллекция, которая только-только начиналась. Даже, видите, до сотого номера тут не дошла. Взяла 11 номер.
Очень красивый, классный. Видите, вот он, 11-й. Такой летний-летний, красивый, классный. 94-й коралловый кварц. И 003 – это такой, знаете, как бы молочный, но очень плотный. Очень плотный. Давайте я его так открою. Может быть, так даже лучше будет видно. Такой крем. Кремовый цвет для любителей светленького. Прям то, что доктор прописал. Так, и какие еще? И взяла и совместила их вот таким вот образом с новыми. То есть, получается, это классические цвета у нас 011, 94, 3 номер. Вот, и совместила их с последней коллекцией, которая вышла в Марракеш, да? Всем, как бы, все видели, если кто следит за нашими прямыми эфирами, коллекция Марракеш. Это были номера с 497 номера по 502. То есть это, грубо говоря, крайние гель-лаки. То есть это одни из первых, 11, 94 и 3. И вот сюда же, если присоединить 497, коллекция Марракеш, 498 и 502. Коллекция Марракеш, вот можно как раз-таки сюда и прикрепить к ним. Получается, у нас очень красивый вот этот с блесточками. Но так и сложновато, конечно, его покрывать. Покрывало. Главное, на кисточку не давить. Сейчас я чуть-чуть камеру. Что-то у меня сегодня... Вот так попробую сейчас. Угу. Так, значит, очень красиво, тяжело наносить, конечно, но приноровиться надо, просто сильно не давить на кисточку, с большим количеством шиммера такой, видите, красивый, но он тоже такой, получается, как пастельный такой, больше оттенок какой-то такой, бежевенький, натуральный такой. Вот, и, значит, 498, 502. И вот смотрите, как они прикольно сочетаются вместе. Видите, гель-лаки, которые были одни из первых, и гель-лаки, которые самые последние. Так, это что касается материалов, да, которые мы сегодня будем использовать. Теперь предлагаю вспомнить, конечно же, про фольгу. Я про нее периодически вспоминаю. Золото, серебро, неважно, кто какую больше пользуется, какая вам больше подойдет. Можно использовать, например, гель, который мы называем гель-клей для дизайна. Немножко у меня потерлось уже название, потому что часто его употребляю. И с помощью него делаю дизайн. Мультипл, как хотите, назовите мультик. То есть клей-гель, тоже как бы гель, на который шикарно отпечатывается фольга. И его можно использовать в технике стемпинг. Так, значит, ну, я пользовалась гелевой краской «Черный тюльпан». Это гель всех времен и народов. Сколько себя помню, столько вот он и есть в моей жизни. Поэтому считаю, что вот гелевая краска «Черный тюльпан». Ну, а может быть, кому-то удобно мультипл гель, да, взять, допустим, для работы. Ну, я вот, например, возьму «Черный тюльпан». Да, гелевая краска продается в баночках, в тюбиках. В тюбике 10 грамм, в баночке 5 грамм. Вот, как бы очень даже пригодится для того, чтобы фольгу отпечатать. Так, вот так положу. Это гель-лаки, которые мы будем использовать в работе. А это непосредственно уже... работа, да, которую мы с вами сделаем. Так, и что еще? Что еще? А, ну, конечно же, нам потребуются какие-нибудь шармикончики. Ну, мне очень нравятся, конечно, шармиконы, которые с надписями всевозможные. И вот нашла шармикончик, который мы так почему-то редко используем, но тут очень-очень много мелких надписей. Я вам сейчас скажу, какой это номер. Может быть, он у вас есть... Так, так, так. Сейчас, сейчас, сейчас. 249-е изящество. 249-е изящество. Это такой вот мелкие-мелкие разные надписи. Беленькие, черненькие, золотистые. Вот как раз-таки очень хорошо подойдет дизайну. Тут вот, если вы видите, то буквально такие маленькие такие надписи, которые очень хорошо осовременивают любой дизайн. Вот. А для нижних типсиков я использовала, значит, такую цветочную тему. Это 246 номер. 246. Цветущая гармония, 246-й, цветочками. Мы тоже уже неоднократно делали дизайны с этими шармикончиками. Вот, ну и, как всегда, мои любимые черные линии, золотые линии. Ну, сегодня, наверное, золотые линии, да, лучше всего. Ну, раз уж шик, блеск, красота какой-то там дизайна у нас вечернего плана, тогда мы возьмем с вами линии золота. Линии золота. Правда, я тут сложила все вместе, черные и золотые. Ну, линии золота возьму.
если кому-то интересно, 117 номер. Очень прикольно использовать золотые разводы. Вот, смотрите. Тоже классно будет, тоже очень хорошо подойдет к нам для украшательных моментов, для украшений. Значит, если 241 абстрактные цепи, вот он, золото и серебро, вот, то вот это просто золотые разводы. Золотые разводы. 236, ну, скорее всего, это если у кого-то есть, можно, в принципе, и от руки сделать. Но вот это точно есть в продаже. Лично видела своими глазами. Так, ну что, все, да? Наверное, все. Так, ну что, потихонечку начнем. Даже не знаю, с какого начать. Уже спрашивали, вот Виолетта спрашивает, как сделать средний в нижнем ряду. Вот этот, правильно же? На половиночку, видите, там немножко орнамент прослеживается. На самом деле вариант очень несложный, очень простой. Мы сейчас его быстренько с вами сделаем. Так, это я все убираю. Шпаргалку подставила перед глазами. Так, и в основу мы с вами возьмем сейчас два цвета гель-лака. Совместим номер 11 и возьмем блестящий номер из коллекции Marrakech 497. Вы же не против, наверное? Так, и начнем как раз-таки 497. Прямо на камуфлирующую базу мы с вами можем нанести половиночку ногтевой пластины. Нанесем гель-лак с блесточками. Сильно на кисточку давить не буду. Аккуратно стараюсь распределить по поверхности, то есть на просушенную базу. Аккуратненько можно, конечно же, как вам удобно разровнять. Я даже, знаете, пробовала делать на клиентке, ну, под клиенткой, понятно, что подружка, приятельница. Вот. И я тоненько кисточкой как-то так раз-раз-раз расправила все блесточки, они очень легли равномерно. Так, всем здравствуйте, здравствуйте, все к нам присоединяются. Итак, это номер гель-лака 497 номер, 497 из коллекции, последней коллекции Marrakech. Так, просушиваем, конечно же, просушиваем. К нему в компаньоны возьмем гель-лак, который вышел один из первых, самая первая коллекция. Может быть, здесь есть такие девчонки, которые, знаете, много-много лет назад увидели, допустим, работы Екатерины Николаевны Мирошниченко и перешли на материалы Эми. И самые первые гель-лаки, которые вышли, классическая коллекция, это были номера с первого номера «Белый лотос» по 37 номер. И уже потом потихонечку начали выходить коллекциями. То есть это вот гель-лак, который был один из первых. И он до сих пор не потерял свою актуальность. Очень красивый цвет. А для лет само то, да? Видите, вот он красивый такой получается. Такой яркий довольно-таки. Классно ложится в один слой, плотненько ложится. Так, ну прежде чем мы нанесем второй цвет, ну вот в виде нашего гель-лака, который мы выбрали в качестве компаньона, мы с вами сейчас возьмем пластину для стемпинга с каким-нибудь незамысловатым орнаментом. Я сейчас просто в каталоге смотрю, чтобы так вот конкретно, думаю, какой бы взять. Давайте возьмем принты номер 6, например. По большому счету нам все равно, какой как бы взять, ну... На самом деле можно любой взять, и я думаю, что как бы любая пластина с орнаментами хорошо как бы подойдет. Ну давайте вот такой вот, с цветочками, например. Хотя на самом деле можно и пятнышки бахнуть, можно и полосочки бахнуть. Ну давайте вот эти цветочки. Так, а чем мы будем работать? Значит, я предлагаю взять лаки для стемпинга. Вот смотрите, номер 6 и номер 8. Я уже просто пробовала делать как бы такие варианты, да, отпечатывать. Вот именно мне хотелось подобрать цвет именно под цвет гель-лака, который у меня будет. Вот смотрите, гель-лак. Вот такой цвет мне нужен, да, примерно получить. То есть получается, например, 8 номер лака для стемпинга очень светлый, а красненький номер 6 очень темный. Поэтому я, конечно же, смешаю. Но так как это лаки для стемпинга, и нужно будет делать все очень быстро, поэтому приготовлю сейчас вот тут вот все заранее. Итак, у нас пластина для стемпинга номер 6, принты. Так. Буду делать быстро. Так, подушечку. Так, штампик приготовила. Так, ролик, чтобы его прочистить, тоже приготовила.
Все, и теперь нужно будет делать все очень быстро. Так, основной цвет возьмем 0,8. Мне просто хочется прямо вот, чтобы максимально было похоже. Видите, вот лак светлее получается. И добавлю красненький лак. Может быть, конечно, у меня перерасход. Но хотелось бы, чтобы было просто понятно. Видите, вот, добавила немножко красненького. Вот он становится один в один с гель-лаком. Так, теперь на пластину делаем быстро. Так, все вытираем, убираем лишнее. Так, легкий накат от слова совсем. Вообще практически, чтобы не деформировала подушечку. Все, набрали орнамент и отпечатали. Я вот, например, не вытираю никогда липкий слой. Даже если гель-лак подсохнет на подушке, пока я лялякаю, оно все равно все отпечатывается. Так, ну что? Ой, ну не убрала лишнее. Вот так будет еле-еле проглядываться. Когда мы покроем топом, станет лучше видно, конечно же. Так, теперь здесь лак высыхает, конечно же, на воздухе. Можно вытереть, можно не вытирать, потому что все равно мы же цвет в цвет сделали покрытие. Так, 0,11, да? Гель-лак. Закрываем нижнюю часть ногтевой пластины. Можно, например, было сторону, там, правую, левую, да, закрыть блесточками. А вторую половинку просто однотонное покрытие. Так, все, просушиваем. Лак ложится очень плотно, даже, в принципе, можно в один слой. Так, и дальше все просто, будет просто декорация, да, в виде шармикончиков. И мне вот очень понравилось совмещать, например, вот такие красивые кружочки. Видите, такие цепи, да? И шармикон с цветами, цветочную. Сейчас мы возьмем фантазию сюда. Цветущая гармония, да? 246 номер. Сейчас мы совместим. Ну, а прежде всего, конечно же, нужно вспомнить о том, что мы не приклеиваем шармиконы на липкую поверхность, потому что, перекрывая топом, они потом могут быть просто поднимутся шубой. Вот, поэтому лучше всего это сделать на теклос, да, топ без остаточной липкости. В нашем случае это теклос. Так, это пока уберу, чтобы камера четко смотрела нам. Всем здравствуйте. Так, вот и лачок чуть-чуть ярче стал. Так. Тонкий-тонкий слой. Все промежуточные этапы, все промежуточные топы, которые мы наносим, будь то теклос или топ с липким слоем, слайдер топ, всегда стараемся наносить очень тонким слоем. Просушиваем 30 секунд. Ну, давайте возьмем абстрактные цепи. И возьмем как раз-таки гармонию, да, там, цветущую. Я опять забыла название. Цветущая гармония. Ну, практически. Так. И еще можно что-нибудь там из надписи, да, как раз-таки изящество. 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 Каталог передо мной лежит, листаю. Так, все, хорошо, так. 249 номер, изящество. Так, ну что? А, с помощью, конечно же, золотых линий, но когда же без них? Ну, кстати, можно попробовать и черный прикрепить. Не знаю, может быть, знаете, как бы четкость будет какая-то. Но я там прикрепляла на образцах все-таки. Можно и черную, наверное, линию. Не, не хочу черную, пусть все блестит. Чтобы было дорого-богато. Как положено в городе Ростове-на-Дону. Кстати, я, опять же, по-моему, с самого начала прямого эфира сказала, что с вами на связи город Ростов-на-Дону. Самое жаркое место в России. Самое жаркое место на юге России. Это очень смешно. На море нам на самом деле прохладнее, чем в Ростове. Да, итак, с вами, значит, на связи Ростов-на-Дону. И я инструктор школы. Работаю в школе инструктором. Не знаю. Ко мне приходят, знаете, даже... Я вроде как преподаватель, не ученики, а как единомышленники.
Мне кажется, всегда классно, когда приходят единомышленники, вот ты садишься в классе, и это никогда не заменит, мне кажется, онлайн обучение, потому что офлайн, когда ты четко общаешься, как зовут, где живет, ля-ля-ля, тра-ля-ля, раньше со всей страны приезжали. Ой, столько было интересных всяких эмоций, столько было всяких таких встреч интересных до сих пор. Знаете, прям вот мы общаемся с девчатами, кто раньше вот учился, приезжал к нам. Переписываемся друг друга с праздником, поздравляем, это очень круто. Так, ну я тем временем, пока лялякаю, прикреплю сюда. Но опять же, я должна, конечно же, была красиво там взять пинцет, все дела. Не знаю, мне кажется, знаете, вот полосочка, вот этот вот кружочек в виде цепочечки. Мне кажется, как-то вот, несмотря на то, что вроде бы и много запчастей всяких разных, но мне кажется, оно так все прикольно сочетается. Так, ну и теперь осталось сюда прикрепить какие-нибудь цветочки. Ой, не знаю, можно вот так даже, кстати, один цветочек прикрепить. Почему бы и нет? Чтобы не закрыть все. Там я прикрепляла, у меня там тюльпанчик. Смотрите, тюльпанчик тоже сюда так раз и в тему. Ой, мне нравится, прикольно. Так, не хочу, чтобы много чего закрылось. Давайте вот этот маленький, давайте. Самое главное спросить и быстро ответить, чтобы не было вариантов других ответов. Так, вот сюда, вот так прикольно. Мне нравится, я уже тоже неоднократно говорила в прямых эфирах в школе Эми в городе Нальчике. В городе Нальчике живет и работает потрясающий человек Оксана Панкова. И мне вот очень сильно однажды понравилось, как она сказала, дизайн-конструктор. Дизайн-конструктор, мне кажется, это вот в этом все. И вот можно туда, знаете, запихать все, что нравится, не нравится, совместить. Это будет очень круто смотреться. Так, 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 надо что-нибудь такое небольшое. Может быть, даже вот сюда вниз спустить. Вот так, маленькую черную незаметную надпись. Вот сюда ее приклею. Во! И теперь, конечно же, закрываем топом. Топ может быть любой. Топ может быть матовый, может быть глянцевый. Но я не знаю, в данном случае, например, я не вижу смысла матовым топом закрывать, потому что, ну, блестеть же ничего не будет. А у нас же все-таки тема такая блестящая сегодняшнего прямого эфира. Дизайн на выход вечерний и так далее. Ну, у меня под рукой стоит топ Теклас, он может выступать и как завершающий этап. Ну, вот, например, когда не делаю никакие дизайны, там, допустим, однотонное покрытие, очень прикольно, все-таки мне больше нравится ультрашайн, ультраблеск. Топовый, ну, топ, да, гель, который не имеет остаточной липкости, его покрываешь, и он у вас высыхает и шикарно блестит. Мне кажется, он даже дольше, вот, знаете, как бы дольше держится, скажем, ага, я про пинцет прочитала, сейчас вернусь к этой теме. Даже, мне кажется, вот Теклас, он как-то, ну, скажем, быстрее все-таки приходит в такое немножко состояние, вроде чуть-чуть где-то уже не так блестит, уже подтерся там и так далее. Ультрашайн, ультраблеск, он, конечно, как стекло, и он дольше сохраняет свою гладкость, свою глянцевость, свой блеск. Поэтому, как бы, мне больше нравится, конечно, ультрашайн. Но, понимаете, без Текласа, вот, например, не обойтись, потому что как промежуточный этап ультрашайн вообще не подходит, потому что с него будет все скалываться. А вот Теклас, он как раз такой, знаете, рабочая лошадка. Я обычно в классе девчонкам говорю, если у вас, ну, допустим, нет возможности купить и один Теклас, ну, и один топ глянцевый, и второй топ глянцевый, я бы, конечно, выбрала Теклас, потому что он может быть и промежуточным этапом, и завершающим покрытием. А вот если вы, например, часто делаете дизайны с однотонными покрытиями, френч просто рисуете, да, разноцветный, там, особенно белый, вот, и просто однотонное покрытие под кутикулу, то есть, как бы, вот, ультрашайн, глянцевый топ, он, конечно, как бы, тоже вещь такая незаменимая. Но в дизайнах все-таки Теклас хорош. Хорош, потому что может быть везде, и внутри, и снаружи, и так далее. Так, ну вот так, с другим цветочком мы сюда его прикрепили. Угу.
Вот таким образом получается такой красивый, ненавязчивый, с очень красивым этим шиммером. Конечно, гель-лак прикольный, вообще здоровский. Если кому-то вот интересно в дизайнах, это из последней коллекции Marrakech, 497 номер, и он будет как универсальный. Он не такой ядовитый, как золото, не бледный, как серебро. Он нечто среднее получается, очень красивое свечение. Так, ну и давайте сделаем вариант какой-нибудь с верхней. Так, я сейчас подняла голову. Так, Виолетта, мне это самый комплимент по поводу того, что я справляюсь без пинцета. Да, на самом деле привыкла без пинцета. Надо быстро раз-раз ногтями поддела, как бы и получается. Хотя на самом деле меня можно, конечно, закидать, меня можно какими-нибудь тапками сказать: «Ой, некрасиво себя ведете на камеру, там надо было бы, чтобы вы это делали пинцетом». Ну, короче, иногда я так вот удобнее ногтями, и вот такой я мастер. Так, и что нам тут еще пишут? Наталья, здравствуйте, а курсы по китайке и жестовской росписи сейчас актуальны, если спрос? Так, ну, по поводу китайской росписи и жестовской росписи. На платформе школы онлайн Эми, вот, есть как бы курсы, очень хорошие курсы, жестовская роспись, китайская роспись. Ну, считаю, что очень подробные. И если как бы вы имели дело уже как бы с рисованием, да, с дизайнами, если уже какие-то вот, допустим, базовые курсы у вас пройдены, то, в принципе, онлайн база, понимаете, я считаю, что надо вживую проходить. А вот, например, эти курсы повышения квалификации, в принципе, китайская роспись, жестовская роспись, она будет востребована, если вы будете ее предлагать. Вот сейчас не придет, например, ни клиент не скажет: «Здравствуйте, нарисуйте мне, пожалуйста, в китайской технике там розы или там с жестого. Вы знакомы с жестовым? А ну-ка нарисуйте мне там розы из жестовской росписи, в технике жестого», скажем так. И, конечно, клиент этого не спросит. Поэтому, если вы сами будете предлагать, если вы нарисуете там какую-то планшетку, пусть незначительную, и на одном пальчике нарисуете где-то как-то, я считаю, что хуже не будет, будет только лучше. Ну и потом это мастерство мастера. Иногда, знаете, выставил пост где-нибудь в Инстаграме, там, ВКонтакте и так далее. Выставил пост с типсами, что вот вы рисуете. А клиенты ж, они такие вот, показывают подружке: «Смотри, смотри, что мой мастер умеет». Вот. И, может быть, она даже никогда в жизни вас не попросит это нарисовать, но зато гордость, конечно, добавится. Она, конечно, будет, ну, сама того не ведая, рассказывать всем, какой крутой у нее мастер. Поэтому я считаю, что это лишние очочки заработанные, скажем так. Так, ну что, и второй вариант, да, дизайна, совершенно противоположный, без всяких там цветочков, такой более лаконичный. Не могу сказать, что прям геометрия, потому что линии такие волнистые, из базового курса художественной росписи, обыкновенные. Абсолютно ничего такого себя не представляющее, но тем не менее, мне кажется, очень симпатично получается. Ведь по большому счету, ведь можно же подобрать любые цвета, правда же? Мне кажется, можно там, допустим, в синей коллекции подобрать цвета какие-то, сделать в голубой, в розовый, точно так же розовый с фиолетовым посовмещать. Вот, в любом сочетании белый цвет может присутствовать, очень прикольно смотрится. Ну и тем не менее, поехали, да? Значит, что я сейчас предлагаю вам сделать? Например, значит, взять просушенную базу, вот, например, да? Мы смотрим на типсик, что это как бы просушенная база. Так, я взяла вот 001 белый лотос. Так, капельку буквально белого гель-лака. Видно? И теперь просто намечу себе дальнейшую работу. То есть можно себе распланировать дальнейшую работу. И я считаю, что это очень совершенно неплохо. То есть как бы сейчас мы... Ну, например, разделим на какие-то части. Хотя, вы знаете, я еще сейчас подумала, мы можем с вами какой-нибудь один цвет положить в основу. А почему бы и нет, кстати? А давайте попробуем. Я просто так не делала, я делала как бы каждый цвет отдельно, а ведь мы можем, например, какой-то цвет положить в основу, а потом уже к основному цвету добавить все остальные. Давайте я так сделаю. Значит, в основу положу самый светлый, например, оттенок, а потом на него буду навешивать еще цвета. Конечно же, в один слой. Так как гель-лаки позволяют нанести себя очень тонко, так, давайте, это у меня 0003. Самые первые гель-лаки, которые выходили много лет назад, не потеряли свою актуальность. Такой красивый, плотный, молочный, но очень плотный такой кремовый оттенок в один тонкий слой. Мусоринка какая-то попала, мешает мне. Так, все, тонко-тонко-тонко нанесли.
Тогда теперь, сейчас я попробую белым, конечно, распланировать тут всю дальнейшую работу, ну, если будет видно. То есть я взяла сейчас самый светлый оттенок из тех, которые предлагала, да, видите, вот они, типсики. Я взяла сейчас 003 и уже сейчас к нему буду добавлять все цвета, которые вот мне захотелось сегодня сделать дизайн с этими цветами. И вот они, в принципе, тут вся палитрочка представлена. Можно, знаете, так подгадать под любой наряд, да, по большому счету. Так, подсушили. Сейчас посмотрим, будет видно, не будет, потому что я, еще раз повторюсь, я каждый цвет, когда готовилась, наносила отдельно. Так, куда бы мне выгнуть линии? Ну, давайте вот так, наверное. Ну, в принципе, мне видно. Может быть, на камеру будет не особо видно. То есть я сейчас пытаюсь аккуратненько распланировать дальнейшую работу. Так, вот так, допустим, добавим. Так, сейчас я чуть-чуть из-под рук все отодвину, а то что-то мне разгуляться мне негде. Королевство маловато. Я сейчас посмотрела без камеры, все-таки, наверное, плохо видно. Я сейчас возьму немножечко другой оттенок и смешаю его с белым гель-лаком, чтобы было видно. Во, вот так. Мне нужно просто разметить, чтобы симпатично получилось, потому что будем как раз-таки наносить уже цвета отдельно. Так, ну что, как мне так, не знаю, как-то изогнуть хочется как-нибудь необычно. Ну, давайте вот так, например. Вот так. И вот сюда уведем. Так, и здесь. Мы будем закрашивать промежутки, поэтому если вдруг дрогнет рука, ничего страшного не случится. Потому что все это будет все равно закрашено. Так, ну и давайте здесь. Вот так, раз, сюда. И вот в эту сторону. Так, вот сверху у меня будет дополнительный цвет. Теперь у меня будет вот здесь, у меня будет светлый этот оттеночек, да, 003, который у нас пинг-крем, розовый крем. Так, теперь можно чуть-чуть ближе. Я просто планирую дальнейшую работу. Сейчас я просушу. Так. И как раз украшку раскрашу. Так, все, просушиваем. И теперь начинаем добавлять все цвета, которые мы с вами запланировали сегодня добавить. Давайте возьмем 94-й капельку. Возьмем 11-й номер, да? Давайте возьмем блестящий, да, вот этот вот новый, красивый, с блестками, кайфово добавим сюда. 497-й. Так. Ну, что еще поместится? Какой-нибудь как раз-таки перламутровый, коричневый. Ну, давайте, не знаю, что-нибудь там посветлее возьмем. Вот. Так. И теперь аккуратненько заполним всю поверхность. Так, ну, какой кисточкой будет удобно? Ну, в принципе, можно и линейной кисточкой заполнить. Но я вот заполняла, взяла 3.0, такая московская кисточка. Удобно набирать на нее гель-лак и удобно как бы заполнять. Так, ну что, давайте, например, вот этот светлый оттенок положим сверху. Можем, конечно же, перевернуть клиентке пальчик, да, чтобы было удобно. Аккуратненько заполнили. В любом случае, границу мы еще будем отрабатывать, поэтому ничего страшного не произойдет, если вдруг что-то пойдет не так. Так, слушайте, ну мне хочется... Угу. Ну ладно, сейчас посмотрим. Так, давайте вот так коричневенький сюда добавим. Из коллекции Marrakech, да, такой перламутровый, красивый, такой нюдовый оттеночек.
Если вдруг расстояние между линиями получилось, ну, очень тонкое, ну, можно перейти на тонкую кисточку, да, ничего страшного не случится. Вот любые коллекции можно собирать вот таким образом. Собрали темный зеленый, светлый зеленый, мятный, блестящий какой-нибудь, даже золотой можно добавить. И все цвета радуги вот так вот выстроили какими-нибудь полосочками. Так, возьму сейчас тонкую кисточку для того, чтобы расправить, просто поправить на всякий случай. Тонкую кисточку имею в виду 5/0. Это, знаете, наша такая кисточка, которая всех времен и народов кисточка. Для тонких линий. И понятно, что на всех пальцах этого делать не нужно. Да? Вот я сейчас немножко завошкалась. Сейчас я подсушу. Дело в том, что как бы сразу там, ну вот, опять же, хейтеры там говорят о том, что ой, все там не модно и так далее. Да не надо на всех пальцах, да, ведь можно же сделать такой пальчик совершенно один, а все остальные пальцы покрыть любым из этих гель-лаков, да, и любым цветом вот этих гель-лаков. Конечно же, не нужно абсолютно делать все одинаково. Добрый день, добрый день. Написали, я сразу голову подняла и ответила. Так, ну и давайте более темный оттенок, да, чтобы повыразительнее было. Это как раз-таки 11 номер. Потемнее. Просто заполняю пространство, которое сама себе наметила чуть ранее. Конечно же, стараюсь наносить тонко гель-лаки, конечно же, стараться надо, да. Иногда красивую форму сделал, там, знаете, как бы вот бывает такая ситуация, красиво все там выложил, выпилил, все так красиво, если гелевая коррекция, допустим, да, там, вот, а потом наносишь цвет, а цвет наносится жирно, толсто, некрасиво, и портится форма, конечно же. Поэтому старайтесь просто все покрытия делать очень тонко, то есть... За счет цветного покрытия, да, не увеличивают толщину ногтевой пластины. Так, пока мы просушиваем. Ну, на самый кончик придется добавить блесточки, потому как нету больше места. Я меняла местами, видите? Где-то светлый снизу, потом светлее, темнее и коричневый. Кто-то где-то светлый сверху и потом вот так. Ну, скрин сделать, может, вы как-то по-своему сумеете расположить ваши, допустим, линии, да? И получается очень даже симпатично. Так, ну и блесточки. Вот сюда на уголочек добавлю. Эх, если бы длина была бы хорошая, да, можно было бы там поглумиться, конечно. Но если длина не очень большая, то тут извините. Что поместилось, то поместилось. Не знаю, посмотрим. Вот не знаю, что-то мне так захотелось вот этот. Мне так он нравится. Эти блестки, они как сумасшедшие смотрятся под топом, такие глубину такую классную дают. Вот сейчас вот добавляю, сама понимаю, что может быть не видно будет. Ну ладно, посмотрим. Постараемся линию, которую будем рисовать очень тоненько черным тюльпаном и отпечатывать фольгушечку. Надеюсь, что не испортит. Ну, в конце концов, то, что не испортит, это точно, ну и не знаю. Не будет видно, ну и черт с ней. Итак, все, теперь... Значит, если мы хотим прикрепить, например, куда-нибудь какую-нибудь словечки, видите, вот у меня буквально маленькие какие-то там, еле заметные, но они прикольно, знаете, как бы дополняют. Не знаю, мне кажется, как-то смотрится по-взрослому. Опять же, на экран сейчас посмотрела, блесточки, Марин, это гель-лак. Гель-лак из новой коллекции Marrakech, вот видите, с таким шиммером, с большим количеством шиммера, такой прикольный вообще, кайфовый, плотный. 497, то есть мы как бы его совместили с гель-лаками таких коралловых цветов, скажем так. Так, ну что, значит, можно сюда какую-нибудь штучку прикрепить. И это может быть совсем какая-нибудь миленькая, можно даже прям вот наискосочек, как лейбочка будет смотреться сбоку. Значит, чуть-чуть теклосом мазну для того, чтобы вот тут вот где-то она будет у меня, вот тут вот совсем чуть-чуть, топ без достаточной липкости теклос. Лишь для того, чтобы просто наклеечка после топа потом не поднялась ни в коем случае. Так, ну давайте мы ее, не знаю, просто вот от балды. Маленькая, тоненькая, изящненькая. Наискосок.
Все, приклеила. И закрываем. А закрывать мы с вами будем топом матовым. Не глянцевым, а матовым. Значит, вельвет. Вельвет топ, да, ничего сверхъестественного. И все, что будет происходить дальше, все уже будет происходить на готовой поверхности. Значит, матовым топом я все перекрываю. Стараюсь нажимать на кисточку и равномерно тонкий слой закрывает всю поверхность. Так, аккуратненько натягиваем, распределяем тонко-тонко. Матовый топ. И просушиваем в лампе, да? Ну, любой топ хорошо бы в конце сушить минуту-две. Но мы просушим сейчас минутку, а дальше уже будем работать с фольгой. С фольгой и, кстати, я еще забыла, мы, конечно же, еще добавим белую эмпасту. Я думаю, что тоже уже многие заметили, что вот здесь у нас, как бы, кроме того, что отпечатана фольга, еще и вот беленькая полосочка добавлена. Очень освежает, очень... не знаю, прям вот подчеркивает, да, прикольно, мне очень нравится, прикольно к золоту добавить белый цвет. Так, пусть пока сохнет. Значит, черный тюльпан, гелевая краска всех времен и народов, на которой шикарно отпечатывается фольга. Значит, сушить мы будем черную гелевую краску, черный тюльпан, в течение 1 минуты. И если у вас лампа новая, свежая, я не знаю, только купили специально, вот спешл по сегодняшний день, можно просушить 30 секунд. Если вы, например, сделаете работу, например, multiple design, прошу прощения, мультик, как хотите обзовите. Гель-клей для фольги очень шикарно отпечатывается. Его вообще можно сушить 10 секунд, даже 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд, неважно, в любых лампах. Вот. Единственное, что, конечно, он же прозрачный, рисовать им не очень удобно. Поэтому я, например, сейчас возьму все-таки черный тюльпанчик. И вот такой, знаете, старый проверенный дедовский способ. Так, определяюсь, где у меня будет белая линия. Ну, например, можно, например, вот сюда по центру пустить белую линию. Значит, все остальные границы у меня будут с фольгой. Так, ну и, конечно же, стараемся, вот то, что я говорила, да, аккуратненько, тоненько. Так, кисточка 5/0 линеарная. У нас есть в продаже белая синтетическая, черная синтетическая. Ну, я думаю, те, кто давно знаком, значит, с кисточками Эми, знают, что белая синтетика, она, ворс у нее чуть короче и мягче, черная синтетика, она чуть длиннее и жестче. Сейчас конкретно у меня в руках это черная синтетика, хотя, вы знаете, смысловую нагрузку внесут в себя одинаково, я больше белую люблю, не знаю, потому что вот рисую, допустим, прорисовку у цветов или у вензелечки рисовать, мне больше нравится, когда кисточка чуть-чуть мягче. Вот, поэтому, ну, на вкус и цвет товарищи нет абсолютно. Вот, поэтому любая тонкая кисточка. Так, и я продолжаю рассказывать о том, что я рисую гелевой краской, которая называется черный тюльпан. Так, вот где-то может быть потолще, где-то потоньше. Аккуратненько подчеркиваю границу. Даже если у вас граница получилась какая-нибудь кривая, на самом деле ничего страшного, потому что фольга все снивелирует. Вот, поэтому не бойтесь, ничего страшного не случится. Так, здесь у меня будет белая линия. Так, ну и здесь, конечно, на кончике давайте уже тогда золотую. И если есть желание, можно даже не одну, а две. Пусть кончик больше блестит. Так, все, просушиваем. Итак, значит, если лампа новая, которую вы купили специально к сегодняшнему дню, можно просушить 30 секунд. Ну, это общепринятое такое, да, временное пространство. Ну, мне, допустим, лампа уже не первой свежести, уже давно с ней работаю. Поэтому одна минута прям вот по-взрослому. И сейчас даже придется вот эту минуту просто поговорить. Давайте я опять же напомню о том, что мы сегодня делали. Напомню гель-лаки, номера, которые мы сегодня использовали в работе. Вот так, да, наверное, надо на экран вот так в другую сторону повернуть. Мне почему-то удобнее в ту. О, вот так пока. И номера видно, да, и дизайны видно. Ну, конечно, потом покрупнее на весь экран сделаем. Так, взяла немножечко... золотая фольга.
Хорошо, когда у фольги вот такой металлический поворот. То есть вы должны отпечатать именно вот эту сторону. Получается, это пленка с напылением, и вы должны вот это напыление отпечатать на липкий слой вашей просушенной гелевой краски. Ну и вот, не знаю, самый лучший гель, на который хорошо отпечатывается фольга, это гель компании Эми, именно черный тюльпан. Ни на какую другую гелевую краску так фольга хорошо не отпечатывается. Так, нажали, оторвали. Все аккуратненько, все везде отпечаталось. Так, это еще не все. Фольгу так оставлять, конечно же, ни в коем случае нельзя. Так, добавляем сюда буквально чуть-чуть белой эмпасты. Эмпаста – это гелевая краска без остаточной липкости. Эмпаста, белый рафинат. Так, это пока убираем. Стол маленький. Так, вот так взяли эмпасточку. Ну, в чем уникальность эмпасты? Да, тоже многие знают, что гелевая краска без остаточной липкости – это материал, которым, как правило, не покрывают ногти. Это материал, который используют для рисования. И мы вот можем запросто нарисовать эмпастой любой рисунок на готовой поверхности. На готовой поверхности имеется в виду ноготочек уже, который покрыт топом. И неважно, каким топом, глянцевым или матовым. То есть можно рисовать как на глянцевой поверхности, так и на матовой поверхности. Вот, поэтому без всяких проблем. Так, видно, вот беленький цвет добавили. Ну, не знаю, что-то хочется. Ну, чтобы мало не показалось, времечко еще есть, можно вот так вот сверху немножко добавить. Очень-очень-очень-очень освежает белый цвет. Все, просушиваем. Просушиваем 30 секундочек. И самое главное, конечно же, линии, на которые мы с вами отпечатали фольгу, их нельзя оставить без топа. То есть я не покрывала весь ноготь топом, я просто взяла и по полосочкам прошлась глянцевым топом. Без, ну, как бы глянцевым топом, без липкого слоя, понятно, да, но только по линиям. И как раз-таки можно воспользоваться, например, тем же Текласом или ультрашайном, да. Так, где у меня... Пол-литрочка. Пол-литрочка практически сказала, да? Так, и глянцевый топ. Ну, в нашем случае у меня тут Теклас на столе стоит, поэтому я, конечно, возьму Теклас. А вообще можно ультрашайн. А вообще можно любой другой топ, которым вы работаете. Так, и теперь взяла чистую кисточку. Ну, вот опять же, возьму отдельную, не кисточка из флакона. Будет же грубо получается. 3:0. 3:0 такая московая кисточка, очень люблю ее цветочки рисовать. Кстати, верхней формы очень удобно гель выкладывать. Так, и теперь глянцевый топ. Вот оно пошел у меня вот именно по полосочкам. Просто аккуратненько кончиком кисточки. Сильно видно не будет, но фольга будет защищена. Эмпасту перекрывать не надо, она уже все, она уже сама по себе глянцевая. Кончик пусть вот тут блестит, я его полностью перекрою. Так, и вот эти две линии. Оп. Оп. Все, и просушиваем. Итак, в принципе, ничего сложного. И не могу сказать, что там... Есть люди, которые... Есть клиенты, которые любят цветы. Есть клиенты, которые цветы и бабочки вообще на дух не переносят. Никакие ни веточки и так далее. Я бы отнесла верхний ряд типсиков. Это все-таки такие абстракция, да, больше. А здесь для любителей, конечно... цветочков, и не нужно даже их рисовать от руки. Хотя, вы знаете, я вот одно время делала это самое, такие дизайны, и можно еще так взять и у цветочка объем увеличить. Почему бы и нет? Можно взять, например, сейчас, пока есть время, можно, например, взять и увеличить объем, взять белую эмпасту. Мы же можем рисовать эмпасты по готовой поверхности, да, белый рафинат, например. Сейчас подберу удобную кисточку, прям маленькую, московую. Секундочку. Лепесток единичка для жестовской росписи. Видели? Вот такой маленький лепесточек. Есть овал единичка, а это именно лепесток единичка. Плоский цоколь.
такой, видите, как лепесточек получается сразу готовый. И, например, немножко эмпасты. Эмпаста гелевая краска без остаточной липкости. Ей ногти не покрывают эмпастой. Мы позиционируем только как краску для рисования. Взяла на кончик кисточки. И можно взять и увеличить объем лепесточком. Я ничего не рисую, а вот прям вот беру и аккуратненько такими, знаете, мазковыми движениями увеличиваю, оп, на кончик капельку ставлю и немножечко нажав на кисточку, двигаюсь к центру, да, там будущему. Чуть-чуть можно увеличить объем, почему бы и нет. Прикольная, кстати, тема. Ушла с экрана, это, хотела поближе рассмотреть. Отсвечивает, не вижу. Вот этот лепесточек надо будет переделать, неудобно. Туда. О, просушиваем. Эмпаста высыхает за 30 секунд, и все на этом. Так, ну а мы с вами добавляем сюда типсик. Давайте на эту сторону. Так, сейчас, секундочку. Чтобы можно было сфотографировать. Так, и сюда. Ну, больше не буду занимать ваше внимание, потому что по большому счету... Может быть, я и затянулась, скажите, со своей болтовней. Вы меня, ради бога, простите, ничего плохого не желала, не хотела, наоборот. Так, ну спасибо большое за сердечки, которые полетели, так приятно. Я сама, когда смотрю прямые эфиры какие-нибудь там, тоже люблю, сижу там это вот, и прикольно получается. Так, какая красота, спасибо, Марин, большое. Так, спасибо, красотища, так. Большое спасибо за познавательный эфир, как всегда. Виолет, спасибо вам, несмотря на... А, ну, в принципе, у вас еще не так поздно. Я думала, что-то подумалось. Ручная работа всегда на высоте, я тоже так считаю. Спасибо за эфир, спасибо за эфир. Очень красиво, спасибо. Ой, спасибо, девчата. Итак, все, застыло. Так, цвета, которые мы сегодня использовали, вот они. Еще разочек. 11-94, 3, 498, 502, 497. Значит, взяла гель-лаки, совместила те, которые были вообще одни из первых, в первой сотне. Взяла последних три цвета. Вот, и видите, они очень даже классно совмещаются. Вот, значит, ну, черный тюльпан, фольга. И, в принципе, а, ну, немножко, конечно, шармикона. Куда без них, потому что это вообще лучшее изобретение вообще. Вот. Ну и дизайн-конструктор. Итак, спасибо вам, девчата, за ваше внимание. Спасибо за то, что слушаете нас. В следующий четверг мы опять встретимся. Дай бог, чтобы все будет хорошо. Вот. И всем, конечно, удачи и побольше денежных клиентов. Всего хорошего. До свидания.